Но у меня просто слов нету. У меня просто слов нет. Я очень злой. Я вам сейчас скажу, почему. Вот как вообще это понимать? Так, свет включим. Блин, плохо светит. Здесь включим. В общем, жопа такая. Смотрите, мне пришло письмо. Все извещение. И в общем, жопа такая. Сейчас я так оставлю. Блин. Как бы так. В общем, задница такая. Я сейчас работал. Почтальон такой подходит. А вам письмо. Ну, я такой открываю. И здесь, короче... Бляха, муха, раз, два... Ну, короче, на три листа. И что самое интересное, у них, походу, хреново печатает это. И здесь классно. МВД. А, как я люблю это. Знаете, вот от МВД, то от ФСБ, то от прокуратуры. Ну, и от МВД я привык. И, в общем, задница такая. Я ходить до около не буду. А, туда же. А, подождите. Полковник полиции. Короче. И майор. Еще майор. Короче. Как говорится, я не буду вам зачитывать полностью. Здесь просто уведомления, а там постановление. Здесь, блин, это не... вердикт, наверное. А, здесь постановление. Ну, короче, у всех, наверное, есть такие по названию жены. И вот одна жена сделала огромную ошибку в моей жизни. Она написала заявление в полицию, что это ее автомобиль. Эти краснокожие приехали. Бляха-муха, просто приехали. Она какие-то им документы показала. Они с эвакуатором приехали. Типа, эта машина на угоне. Они подали на угон. И, в общем... Я где-то на камере хватал, ну, не хватал, ну, меня где-то заметили, то есть полицейские. Моя машина, короче, здесь стоит. Тоже это было недели две назад до розыгрыша. И, в общем, я сплю, я слышу звук такой, знаете, эвакуатора. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Что за херня происходит? Я вхожу... А моя машина уже как это полетела. Я говорю, стоять! Эта машина на аресте. Я говорю, в смысле на аресте? На угон? На как? Что вы несете? То есть, владелец автомобиля подал заявление на меня, что я угнал машину. Я, подождите. Она уже в космос полетела. Я такой, а у меня ключи, короче. Она, кстати, на улице стояла. А, подождите, открываю машину. Документы достаю, лейтенанту даю, вот так. Он такой, это что? Ну, читай. Он такой, а паспорт можно ваш? Я такой, паспорт, на. Он так посмотрел. 15 минут кому-то он там звонил, я не знаю, наверное, Всевышним. Наверное, хотел попроситься туда попасть после косяков, которые они сделали. Ну и, в общем... Он, походу, перекрестился. Дал мне документы. Ну, вы поняли. Сказал, простите за нелепую ошибку. Ни хрена себе нелепую ошибку. А какого хрена потом пришла потом вот это постановление через несколько там недель? Я вообще понять не могу тех людей, которые, блин, ну, живут в каких-то там стенах, которые... Ну, но я понимаю, что, наверное, думали, что нету документов. Это бы прокатило, я не спорю. Но когда у тебя документы, ну, ты читать умеешь-то. И, короче, я поехал в ГИБДД. Они сняли, короче, машину с ареста. И извинения.
тоже, наверное, сняли. В общем, будьте аккуратней, друзья, вот с такими не попадайте с женами.